Караси. Достаем ведро с карасями. В общем, 4 карася взяла, я их почистила, все удалила, надрезы сделала. Сейчас приготовлю соус, с которым буду их обмазывать. Запекать буду в духовке, к тому же я отварила гречку, лук жареный, морковь жареная, все перемешала, буду их фаршировать. Ну, раз они такие крупные, почему бы их и не зафаршировать? Когда-то давно-давно, я не помню, то ли мама у меня фаршировала гречкой, то ли бабушка, не помню, мне очень понравилось. Так, майонез, адыгейская соль, свои любимые аджички. Дети есть не будут, поэтому вполне можно сделать и поострее. Сейчас обмазываю карасика со всех сторон. Вот видите, вот надрезики я сделала. Такие. И начиняем. Все. Теперь, ну, скреплять никак уже не буду. И выкладываю на противень. И зафаршированную рыбу отправляем в духовку на 180 градусов, минут, наверное, на 40, может, даже больше.